Андрос Киркоров. Украина будет велика, если выберет Ющенко. Только для него бы голосовал я. Ура! Мэрлис хотел бы сказать буквально пару слов. Давайте встретим его, знаете, вот так вот. Вы видите меня? По-болгарски, Мэрлис Киркоров. Так волновался, что спутал человека, который я должен вам был объявить. Потому что специальное поручение от Болгарии было, чтобы вы голосовали за Виктора Федоровича Януковича. А это Ющенко, извините меня. Я так волновался, что эти две фамилии у меня в голове спутались. Но я заявляю, Украина будет велика, если будет Виктор Федорович Ющенко во главе. Янукович! Ну вот у болгары, ну темпераментные, ну настолько, ну слово за слово заходит, слово за слово у болгар заходит.